времени суток, ребят. Посмотрите, как красиво. После вчерашней непогоды, сильного ветра, дождя, небо очищается под утро. Вот. Сегодня будет солнышко. И вот такая красота. Видите, солнце сзади нас встает, поднимается и освещает красиво очень деревья. Такая картинка получается яркая, красивая. Но ветер, конечно, еще до сих пор достаточно сильный, я скажу.